Сегодня преподаватели главного медицинского вуза страны провели день открытых дверей на базе Министерства здравоохранения Тульской области. Первый Московский университет имени Сеченова – альма-матер всех медвузов страны. Ему более 250 лет, и пообщаться с его преподавателями захотели около 300 человек. Это как ученики старших классов, которые выбрали востребованную сегодня в регионе специальность врача, так и уже практикующие медики, интересующиеся повышением квалификации на базе Сеченовки. Я хочу стать врачом, и поэтому хочу поступить именно в институт Сеченова, потому что там вот такой опытный преподавательский состав, люди очень знающие, вот, которые могут передать мне свой опыт. А сюда пришел узнать про этот институт, поближе познакомиться с кем-то из состава преподавателей. Абитуриентам подробно рассказали о 20 направлениях подготовки, факультетах, а также правилах зачисления на 2013 год. Делегация из университета Сеченова уже побывала и в соседних областях. По словам преподавателей, вуз заинтересован в способных студентах из регионов. У нас более 15 тысяч студентов сегодня в вузе учатся, и мы понимаем, что наши приоритеты – это не только Москва. Это большинство российских областей, это всегда ребята лучшие из областей, поскольку конкурс достаточно высокий, проходной балл высокий, и это ребята, которые составляют цвет медицины региональных областей.